Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. И как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по проекту. Это рекламная платформа OnAdPack. Значит, несколько минут назад он стартовал. Хочу показать функционал и как покупать пакеты. Как видим, у меня активно 3 пакета. Я еще ничего не делала. Я пополнила, ну, на пробу сделала, как пополнить, чтобы показать все. И вот у меня рекламных кредитов 331. Мне на почту, надеюсь, вам тоже пришло письмо, что надо было перейти по ссылочке, чтобы получить 30 кредитов. Это, я так понимаю, они дают подарок. Это подарочные. 1,5 кредита я уже заработала. И вот за $3 мне 300 кредитов. Итого у меня 331 кредит. Ну, здесь у нас находится партнерская ссылочка. Значит, как пополнять? Сразу хочу сказать, я никого ничего не призываю. Можно работать, зарабатывать кредиты без вложений. Это на ваше усмотрение. Это интернет, и всегда есть риск. Я рискую всегда своими деньгами. Ну, а вы же смотрите, друзья, сами. Значит, вот сюда я нажимала. Я возьму 2 пакета. Вот. На галочку. Внизу галочка 1. И вот вверху 2 пакета. Нажимаю на красную вкладочку вот такую. И меня перебрасывают вот сюда. Здесь платежная система Pair, Payoneer, Perfect и CoinPayment. Я с Pair перебрасываю на страничку. $2, как видим. Нажимаю Pair. И дальше по схеме. Вот $2. Здесь USD, рубли, евро, биткоин. Я буду в рублях пополнять. Это 129, ну 130 рублей. Нажимаю подтвердить. И далее по схеме поставлю на паузу и после продолжу. Я оплатила. Меня опять перебрасывает на, чтобы залогиниться на авторизацию. Проходим капчу. Авторизуемся. Это я закрою. Сейчас мне перебросят на домашнюю страничку. И теперь у меня стало 500 кредитов. Далее, как рекламить проекты. Здесь вот вкладочка. Так, это просмотр. Вот у меня. Далее, вот сюда нажимаем. Вот кредиты. Посередине. И здесь у нас есть как бы кредит. Сюда мы вставляем реферальную ссылочку. Сюда короткое название. Как я понимаю, 15 вот этих цифр. Ой, букв. Так, и сюда количество кредитов. Я тут подготовила сразу. Так, реферальная ссылка. Беру, копирую. Так, URL вставляю. Так, название. Коротенько. И количество кредитов. Я, ну что, у меня 531. Я и поставлю. 531 кредит. С $1 100 посещений нашей рекламы. Это предварительный просмотр. Вот идет, видите, здесь 1 секунда. Подождать как бы. Все. И вот моя рекламка. Активная. И у меня 531 посещение будет. 531 человек просмотрит мою рекламку. Это вроде удалить. Там есть.
Так, а удалить и редактировать. Так, здесь вы можете, значит, проверить кредиты на вашей сайте. Ну, здесь все прочитайте. Вы получите 0,5 кредита за просмотр. Далее, что, смотрите, друзья, здесь можно еще... Так, я вам показала, как пополнять. Имейте в виду, что это риски. И как размещать рекламку. Так. Далее. Здесь вкладочка Виндраф. Виндраф. Вывод. Здесь минимальный от 10 долларов. И здесь нужно прописать будет платежные реквизиты. Это все потом сделать. Пока выводить нечего. Вот процессор. Пэйр, например. А здесь прописываем кошелек. Как бы это все потом. Далее, что теперь хочу вам показать. Можно зарабатывать кредиты, чтобы рекламить свои проекты без вложений. У вас будут начисляться кредиты вот сюда. Значит, смотрите, визит, сайт. Нажимаем. Вот я уже начала смотреть. Ну, чтобы показать вам, нас перебрасывают, друзья, на страничку. И мы ждем вот отсчет времени. Вот видите, вот здесь вот идет 5, 4. Идет отсчет времени. Смотрим рекламку. Сейчас появится капча такая вот интересная у них. И что у нас? Вот это я не знаю. А, без руля. Это велосипед. Нажимаем. Нажимаем на красную вкладочку. И все, 0,5 кредитов засчиталось. Визит 4 сайта я просмотрела. Нажимаю следующую вот сюда. Опять идет отсчет времени. И таким вот образом можно зарабатывать без вложений и набирать себе кредиты. Так, хард, это сердце. Нажимаем вот на красную вкладочку. И опять мне зачет. Так, я возвращусь, чтобы видео не затягивать. Эту я удалю. Перезагружу. Так, что у меня? 7 визитов, 30%. Перезагружаю. Так, 5 визитов. Так, 50%. Значит, нужно 10 рекламок будет таких вот просмотреть. Так, далее что? Как это работает, друзья? Нужно обязательно прочесть, перевести на русский. И обязательно это все прочесть. Вот. Так, минимально-максимальная покупка 1 доллар. Так, минимальная покупка, а максимально 3000. И за 1 доллар 100 посещений. Так, реклама тут, партнерские комиссии, вывод 10 долларов. Такой вот интересный проект. Далее здесь, как это работает, продвижение. Смотрите здесь, что они нам... А, продвижение, здесь наши партнерские ссылочки и баннеры. Здесь еще, так... Старт, вот этот. Здесь рефералы, вкладочка находится, можно просмотреть партнеров. И здесь вот такая вот еще рекламка можно делать. Переводим на русский. Это стартовую рекламу. За 2,50 она стоит. Видите, уже сколько купила народу. И можно нажать, я так понимаю, купить. Ваша предпочтительная страница будет отображаться как стартовая страница в течение 20 секунд каждому участнику, прежде чем он получит доступ к сеансу серфинга посещения. Купите свою стартовую рекламу всего за 2,50. Ваш сайт будет отображаться в течение минимального одного дня. Но он может быть показан в течение двух и трех и более. Это зависит от бронирования. Ваш сайт будет отображаться до того дня, когда произойдет новое бронирование. Но пока кто-то еще не купит.
Вот стоит 2,50. Так. Значит, стартовая реклама. Здесь вот баннерная реклама тоже. Это уже все отдельно. Как бы и стартовая, и баннерная. Значит, рекламка. Она стоит по 5 долларов, по-моему. Так, это что у нас? Вот тогда нажали. Смотрите, баннер 125 на 125. 20 тысяч просмотров, 3 доллара стоит. Далее 468 на 60, также 20 тысяч просмотров, 5 долларов. И 728 на 90, 10 тысяч просмотров, также стоит 5 долларов. И здесь вот галочка. Здесь можно как бы идет все по нарастающей. Это все, друзья, по желанию. Это не обязательно. Так, и здесь что у меня? Транзакции. И что-то у меня нет ничего. Пока. Ну и профиль. Профиль я показывала вам, что там прописывать как бы платежные реквизиты. Вот. Ну, в принципе, на этом все. Кому интересно, работаем. Я буду наращивать пакет, просматривать, естественно, рекламку ежедневно. 10 рекламок. Не забываем о рисках. И на главной страничке обязательно прочтите вопросы-ответы. Ну и как это работает. Это все можно перевести на русский язык. Вот. И без вложений также можно наращивать, вот, просматривать рекламку и наращивать кредиты. Вот. Ну, в принципе, я все такое вам показала основное. Как будет что выводить или будет новая информация, буду делать очередное видео. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!